якорное. Вообще, якорное плетение – это самое крепкое плетение, которое существует в природе, и его выбирают больше и больше женщин и мужчин. Вы знаете, на что хочется обратить внимание? Здесь у нас звенья, вы видите, они не плоские, они как такие вот кубики. Все грани абсолютно полированы, все грани идут с алмазным напылением, и это идеального качества, прочнейшая цепь, якорная, ювелирный завод России. Вы знаете, это все-таки важно. Не так давно у меня подруга похвасталась, купила цепочку недорогую, позолоченную. Радовалась она недолго, потому что она у нее, во-первых, очень быстро порвалась. Когда я стала спрашивать, где ты ее взяла, что это за магазин, какой завод. И тут выяснилось, что, оказывается, эта цепочка была китайская. Ненадежно, некачественно, непрочно. И в итоге я говорю, вот посмотри, ты заплатила немалые деньги. Расстроилась. Цепочку теперь надо нести в ремонт, опять за это платить деньги. Зачем? Забирайте цепочку якорную, вы, я уверяю, будете носить ее долго, потому что это прочное, качественное плетение, исполненное по ГОСТу цепь на ювелирном заводе России. Итак, посмотрите, как хорошо смотрится с подвеской. Ну, цепочку вы можете это носить и без подвески. Подсказка. Такая цепь хороша будет для того, чтобы носить на ней, например, крестик или, например, ваш знак вашей веры. Любые подвески, амулеты, обереги. Береги. Как же хороша она, согласитесь. Вот она, якорная цепь. Код 900-401. Цепи у нас есть в размерах до 65 сантиметров. Что это значит? Это значит, цепь можно выбрать либо коротенькую, 45 сантиметров, это прям буквально под шейку. Есть 50 сантиметров, чуть длиннее, на 5 сантиметров. 60 сантиметров, хорошая, добротная цепь, а 65 это длинная цепь. Решайте, какая вам подойдет. Возьмите просто буквально шнурочек или нитку толстую, плотную и приложите к себе. Измерите, какая длина вам необходима. Вот как будет выглядеть. Итак, 45 сантиметров у нас самая короткая длина цепи. Видите, как она будет вас украшать. Есть 50, это средний размер, 60 уже длиннее, а 65 это длинная, богатая цепочка. Кстати, очень редко бывает размер 65 сантиметров, и пользуется она огромным спросом. Вы можете заказать эту цепочку и для себя, и в подарок. Средний вес цепочки 4 с лишним грамма. И это плотное плетение. И мы, вот я, знаете, все-таки так рады, что удалось нам договориться. Записывайте номер лота 900-401. Заполняйте обязательно свою корзиночку заказа. Рекомендую оформить заказ на сумму 4900 рублей, чтобы получить бесплатную доставку. Это тоже приятно. Ну и как же смотрится она богато? Вот опять же, остановлюсь на том, что это ювелирный завод России, электрогальваническое нанесение золота, то есть под высоким напряжением, под высоким током. Ионы золота буквально притягиваются ионами серебра, сплетаясь друг с другом, и значит уже надежно закреплены друг с другом. Знаете, эта цепочка мне очень нравится. Моя мама носит исключительно цепь плетения якорная, потому что именно эта цепочка самая надежная, самая крепкая и долговечная. Обратите внимание на замочек. Вот он, карабин. На следующем звене стоит проба клеймо завода-изготовителя. Вы видите, это абсолютно обязательное условие для ювелирных украшений. Приедет к вам цепочка обязательно с паспортом изделия, с указанием веса, с указанием, что это серебро, что покрытие золотом и, конечно, ювелирный завод России. Вы знаете, я с удовольствием всех поздравляю, кто уже успел сделать заказ. Ну, а если вы сейчас находитесь на линии, обязательно дождитесь. Я знаю, что сейчас очень много звонков на линии, нет свободного оператора. Как только первый оператор закончит оформление заказа, он примет ваш звонок. Ожидание на линии бесплатное и разговор на линии тоже абсолютно бесплатный. Все, что вас интересует, уточняйте операторов, они квалифицированы, очень доброжелательны, помогут вам в оформлении заказа. Уточняйте, какие у нас остались длины. Я знаю, что самая популярная длина это 60 и 65 сантиметров. Положите в свою корзину заказа. Кстати, можно взять не одну цепочку, а две или три. Например, одну 45 сантиметров, другую 60. Или все три, например, 45, 50 и 60 сантиметров очень красиво смотреться будут каскадом, как колье. При этом очень доступная цена.